Всем привет, друзья, StarLadder с вами, Slam тут, мы на фан-зоне SLTV, и, ребят, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Володя. Я Игорь. Ты играешь в до... А ты играешь в до... До-до-до-до. На твоей футболке я вижу вот Каспер, Вилату сердце, да? И... жестко, да. Так, ребят, у вас плакат. Вот у меня первый вопрос. Нет, плакат хороший, мне нравится. Первый вопрос, почему смайл розовым цветом? Просто мы были не дома, мы решили внезапно, вот в 3 часа ночи сидим и поняли, мы должны ехать на Техлапс, мы должны рисовать плакат, это было буквально за несколько часов до начала Техлапса, и все, что мы нашли, это вот такие цвета карандашом, но смайл розовый, потому что, ну, впрочем, очень нежно любим смайла, потому что смайл реально тащит. Просто очень нежно, да? Ну, я думаю, ему будет приятно. Ребят, пожелания команде Смайла или команде IG, или команде Na'Vi, не знаю, ваше любое. Я бы хотел пожелать, на самом деле, удачи всем командам, но... Ты пожелал, давай ты пожелаешь. Только Адмиралу Бульдогу. Ну, либо ВП, либо Альянс должны выиграть по-любому, как бы. А кто из них, тут уже кому как повезет. А как вам вообще атмосфера на StarLadder? Прикольно? Отлично, мы сюда очень много добирались и на самом деле вообще не пожалели. Это очень круто, нам очень нравится. Долго из Москвы добирались, да? Я летел с 2 пересадками из Калининграда специально. Специально вот конкретно на StarLadder на этот сезон. У нас прилетело 7 человек из Калининграда. Мы как бы давно планировали, наконец-то выбрались. Чувак, ну еще сало потом с меня, там, ну, респект. А ты летел из Ка... Я летел из Москвы. Ну ты один приходил, ладно, да. Ладно, все, всем спасибо, увидимся.